Друзья, привет! Как видите, у нас день рождения. День рождения. У кого, Маргарит? У Арчи. У Арчи, у него маленькое день рождения. Ему сегодня 2 месяца. Да, он говорит, слышали? И он будет задувать свечи. Маргарита ему поможет. 1, 2, 3. Ура! Молодец! Арчи – это наш новый член семьи, четвероногий. Маргаритин друг, да? Братик, можно сказать. Четвероногий брат. Это порода какая, Маргарит? Мальтийская болонка. Мальтийская болонка или мальтеза. Мы подготовили ему подарки на сегодня. Маргарита раскроет, ему покажет. Да? Будет нюхать. А, ну погоди, Маргарит, подарки. А торт? Арчи будет пробовать твой торт, который ты ему подготовила? Ну да, конечно. Это торт из бананов. Давай ему попробовать. Свечки. Свечки вытаскивай. Он у нас 3-й день. Сегодня он уже более-менее привык к нам. Вчера он скучал за своими сестрами. Практически ничего не ел вчера. Мы даже очень за него испугались. Ну, сегодня, как видите, у него хорошее настроение. Родился он 5 мая. И вот мы сегодня решили, так как все хорошо, он поправился, решили отпраздновать такой маленький день рождения. А банан ему понравился. Мы его накормили перед этим, а сладкое уже на потом. Давай, Маргарит, подарки. Уже наш именинник попробовал торт свой. Именинник наш непоседа, маленький. Мы его отпустим, пусть побегает, порезвится. А Маргарита покажет подарки. И это у него поводок. Вот поводок, тросик. Мы сегодня пробовали ему одеть, но он боится и ошейник, и поводка еще пока боится. Будем приучать. Давай дальше. Это ошейник маленький с бубенчиком. Но бубенчик мы снимем, потому что он мешает ему, да? На первое время снимем. Так, дальше. Это что? Паста. Зубная паста, чтобы зубки у него были чистые здоровые. И здоровые. Паста. Мы еще не чистили, да, ее, потому что только подарили. Да. Попробуем. Что, как сразу чистить, если еще не подарили? Это шампунь для нашего Арчи, для белоснежной шерсти, чтобы он всегда был белым. Это что это такое? Отсюда даже не видно. Зубная щетка. Это зубная щетка, такая маленькая. Да. Интересно, она будет даваться чистить зубы? Да. Посмотрим. Все? Или еще что-то есть? Это душные капли. Чистить ушки.
много подарков у Арчи. А это пеленки. Пеленки. Арчи на улицу не выходит пока, потому что ему недавно сделали прививку, потом еще будет еще одна прививка. И не рекомендуется с ним гулять на улице. Ну как, выносить можно на ручках, а именно по земле, чтобы по траве, там, где ходят другие собаки, то пока нельзя так гулять. Может, вот поедем на дачу, там никого нет, именно других животных. И может, там он погуляет, по травке побегает. А так, пока выносим его на улицу, на солнышко греться, да? Вот такие пеленки, они и плюс приучают щенков к туалету, к пеленкам, ходить на пеленки. Тут 10 штук, да. Ну вот и все. Ну, конечно, это не все, что мы ему купили. Еще там в комнате, да, многое есть. Ой, да. Ну вот так вот. Давай попробуем тоже торт. Угости нас, пожалуйста. Угощайтесь, гости. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Арчи, ой, спасибо за такой праздник. Пусть ваш Арчи будет здоров, ваш и наш будет здоровым и счастливым. Ну а Арчи умаялся, хочет спать уже. Наш праздник закончился. Идем его. Да, детям нужно спать, укладывать его идем. Все? С днем рождения, Арчи! Дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу, не лай. Ох, какой ты смелый. Голос, 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 Арчи, да?